Авиакомпания по технической ошибке получила разрешение на полеты в прошлую пятницу по маршрутам Новосибирск-Бишкек, Новосибирск-Ош, Москва-Ош. К сожалению, мы осуществили продажу гражданам Кыргызской Республики. И в связи с этим хочу искренне извиниться за неудобства, которые испытывают пассажиры. С нашей стороны, со стороны авиакомпании, мы осуществим полные возвраты, стоимость полных возвратов по авиабилетам, а также компенсируем расходы пассажиров по сдаче анализов ПЦР. Вот, к сожалению, вот произошла ошибка и осуществлена продажа. Сейчас мы эту всю продажу остановили. Вывозим пассажиров, граждан Российской Федерации. Граждан Кыргызской Федерации мы пока разрешения у нас нет по вывозу этих пассажиров. А сколько билетов было продано? Хотя бы приблизительно. Приблизительно было продано в районе 600 авиабилетов. Да. 600. Но это все граждан и Российской Федерации, и Кыргызской Республики. Сумма компенсации будет составлять стоимость самого авиабилета без штрафа. И плюс мы по заявлению пассажиров готовы возместить расходы по сдаче ПЦР-теста, если они нам предоставят соответствующий документ.